Следующий вопрос был из, ну, я текста нет, это так, это мой друг из Украины, а где там имя, фамилия будет ниже. Короче, вот свежие вот две фотографии прислал. Что, мол, делать с этими подвойными, видите, вылезли побеги, да? Обломать в целом. Уничтожить. Вопрос как? Можно очень тонким ножом, острым, полностью их отрезать и замазать. Тут уж приходится чуть ли не на конце делать. Ну, таким, в общем, пока не мешает. Почему они вообще появились? Вот это вот называется биологическая несовместимость. Дерево еще молодое, но подвое его до конца не привело. Началось гниение. Ну, про это я столько раз рассказывал. И второе он мне тоже фотографию прислал. Тоже, видите, порезали снизу. Вот так вот. Обломать можно, сделать аккуратнее. Отрезать и замазать. Вот короткий ответ.